Рыбакам-любителям напоминают о необходимости регистрации сетей. Заявления принимаются отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому округу. В период ограничительных мероприятий с целью недопущения распространения коронавируса ведомство работает по измененному графику. При этом подать заявление на маркировку сетей можно в режиме онлайн. Мы принимаем заявление на регистрацию сетей посредством электронной почты, посредством Почты России. Также у нас установлен специальный ящик для приема заявлений от граждан. Плюс 2 дня в неделю, вторник и четверг с 11 до 13 часов мы принимаем физических лиц. Напомню, в соответствии с постановлением правительства России от 16 ноября 2019 года рыбакам-любителям необходимо зарегистрировать сетные орудия лова. После подачи заявления в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны сети будет присвоен индивидуальный номер. Его и должны нанести на орудие лова. С 1 декабря до распаления льда все жители населенных пунктов в границах данных населенных пунктов могут использовать орудие лова не более 50 метров, высота не более 3 метров и чья не менее 36 миллиметров на одного гражданина. То есть они сами выбирают те орудия лова, которые они будут использовать, соответственно, длину, высоту и чью. Регистрируют все орудия лова, ограничений по регистрации нет. Также для осуществления любительского рыболовства на РПУ «Городской» и РПУ «Чайкино» в летний период времени плавные сети, они тоже подлежат регистрации. Ограничений по регистрации также нет. Добавлю также, что инспекторы отдела государственного надзора, контроля и рыбоохраны по Ненецкому округу будут проверять регистрацию орудий лова непосредственно на водоеме. При этом рыбак-любитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, так как сетное орудие лова должно быть зарегистрировано только на того, кто будет его использовать. Передавать сеть другому рыбаку запрещено.